Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Ведерука. Следующая. Точка GI6 Пяньли активизирует мозжечок. Что такое мозжечок? Мозжечок – это малый мозг, который контролирует, либо отвечает координацию движения, наш с вами вестибулярный аппарат, равновесие, вот, и мышечный тонус. Вот, более подробно, пожалуйста, посмотрите в анатомических сайтах, за что отвечает, скажем так, мозжечок, либо какие функции он выполняет, скажем так, там более детально вам пояснят, прочтете, если для вас это нужно. Поверьте, это нужно. И через точку GI6 Пяньли мы можем активизировать мозжечок. Вы задаете вопрос, как всегда. Ну, когда можно массажировать данную точку? Ну, допустим, человек так поработал, что устал. И весь мышечный тонус, он чувствует, что он слабенький, вяленький. Ну и человек плохо восстанавливается после тяжелой работы. Можно ли воздействовать на данную точку GI6 Пяньли? Да, можно. Человек перенес инсульт. И, конечно, не может, это тяжелое заболевание, особенно тяжелые последствия инсульта. И человек не может передвигаться без посторонней помощи. То через точку GI6 Пяньли вы можете что? Активизировать его вестибулярный аппарат, чтобы человек не терял равновесие в пространстве. У человека постоянные, либо частые проявления, либо приступообразные проявления головокружения. Вот он идет, голова закружилась, он ищет, где присесть, где остановиться, потому что чувствует, что в пространстве потерял ориентацию, и сейчас вот упадет. Вот чтобы вы не упали, пожалуйста, массажируйте точку GI6 Пяньли. Вот так вот просто, вот так вот просто. Не просто, конечно, что? Взять данную информацию на вооружение и пользоваться ей в повседневной жизни. И не тогда, когда припечет, либо начнет постигать болезнь человека, вселяться в человека, а до факта, пожалуйста, массажируйте простыми профилактическими движениями массажными данную точку и не впускайте в свой организм ту энергию, которая может вас что? Поработить. Спасибо за внимание.